Ребята, приглашаю сегодня вас всех на вечеринку. Ура! 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 Я так обожаю вечеринки! А родаки дома будут? Обижаешь? Конечно нет! Буду только я и мой секьюрити. Девочки, вы слышали? У него даже личная охрана есть. Ой, не могу. И что? Мне этот новенький пока не сильно нравится. Софи, а ты придешь? Посмотрим. Даниэль, мы все будем. Мы очень любим вечеринки. Да-да, мы обязательно придем. Отлично, тогда до вечера, девчонки. Ну, вы будете там говорить или нет? Ой, девочки, кажется, у меня проблема. Что случилось? А ты чего подслушиваешь? Макс, а ты разве девочка? Ой, надо мне эти ваши бабские разговоры. Ой, девочки, я совсем не знаю, что мне сегодня надеть, красное платье, ну или же розовое. Да какая разница, какой цвет? Главное, пайеток и блесток побольше. А мне кажется, тебе больше идет розовый цвет. Ой, девочки, я так волнуюсь, а вы в чем придете? Я думаю, выглядят новые туфли на каблуках. А я, может, свою розовую шубку одену? Мама говорит, мне в ней красиво. Девочки, не хочу вас обламывать, но... Ты еще здесь? Я вообще-то остался предупредить вас. Даниэль любит натуральность в девочках. Так что все свои понты, типа розовых шуб и каблуков, можете выбросить в мусорку. Ой, да мне вообще пофиг, что любит этот Даниэль. Я приду как хочу и в чем захочу, ясно? Ясно, ясно. С дороги, не видишь, что я иду? Ну что там? Узнал что-то? Ну, в общем, еще пока непонятно, нравишься ты ей или нет. Но она хоть придет вечером? Конечно, все девочки будут. Супер! Надеюсь, вечером я ей признаю свои симпатии. Не переживай, друг, все будет пучком, погнали в кафешку. Ева, я сейчас не поняла, платье отменяется или что? Видимо, да. Но хочешь, я за компанию могу не обуть каблуки? Спасибо, подружка! Ну что, пошли делать из нас натуральных красоток? А масочки сделаем? Обязательно! Да, детка, сегодня не твой звездный час. Думаю, вот этот прикид сегодня может прокатить. Ева, как ты думаешь, он меня сегодня поцелует? Конечно, поцелует, только главное маски снять, а то он, увидев это, испугается и убежит. Ну ты и закупился, конечно. Будто к тебе на вечеринку придет вся школа, а не три девчонки. Ну я же не знаю, что ей нравится. Поэтому набрал еды как можно больше, чтоб не прогадать. А я думал, только к мужскому сердцу путь лежит через желудок. Мой папа говорит, что все девочки любят сладкое. Поэтому... Обалдеть! Можно я буду твоей девушкой? Собрать или распустить? Наверное, собрать. Или все-таки распустить. Точно распустить. Приду, как захочу. Какая мне разница, что он там любит? Нужно собрать. Ну что, крошка, ты готова превратиться в самую милую и натуральную девочку в мире? Ради любви я готова на все. Думаю, без этой гадости я выгляжу лучше. Да, Софи, ты выглядишь прекрасно. Ну и как я тебе? Если бы я не знала, то подумала, что ты отправляешься на экзамен, а не на вечеринку. Лишь бы Дану понравилось. Думаю, этот прикид ему запомнится. Не знаю, как он, а моя бабушка была бы в восторге от этого прикида. Ой,
Вау, какое зеркало красивое! Ева, давай сфоткаемся. Ага, и фотку подпишем. Собрались на вечеринку для ботанов. О, девочки, вы уже тут? Софи, а где твоя розовая шуба? Ты же говорила, что тебе все равно, что нравится Даниэлю. Так и есть, мне просто некогда было собираться. Что вывалилось из шкафа, в том и пришла. Даже накраситься не успела. Ну-ну. Ну чего мы тут стоим? Идем тусить. Стоять. Макс, как ты думаешь, она придет или нет? Макс, блин, ты можешь думать о чем-то еще, кроме еды? Не, ну а че? Мне эти любовные истории на голодный желудок слушать. Тебе тоже не мешало бы найти девушку, кстати. Ну если она меня будет кормить, то можно и завести. Но это же не котенок. Девушку не заводят, а покоряют. Ой, все, не начинай. Короче, пусть эти девочки сами меня находят, заводят и покоряют. Я тебе сказал. А это кто еще? Может, это папа Даниэля? Нет, это этот. Ну как его? Ну этот, ну... Ну да, он в школе рассказывал про этого чела, который его охраняет. Сюра, секьюрити. А, точно. Девочки, вы тут еще долго будете разговаривать? Нет, мы спешим на вечеринку. Извините, но я не могу вас пропустить в таком виде. Что? Аня, подожди. Скажите, а что с нашим видом не так? Ваш дресс-код. Девочки, подрастете, приходите. Если Дан решил так пошутить, то это совсем не смешно. Фух, поели, теперь можно и полежать. Слушай, где эти девочки? Может, никто и не придет? Сомневаюсь. Аня точно не упустит шанса перекусить на халяву. Ева, свалите из дома, а Соня выгулять новый прикид. Ну, если ты так уверен. Да, сто пудов появятся. Зашибись, вечеринка. Это все Макс виноват. Ну, я ему покажу. Ну, что делать-то будем? Ну, может, домой переодеваться. Вариант отстой. Мы пока туда, пока сюда. И вечеринка уже так закончится. Ага, я тоже у родителей еле отпросилась. Ну, тогда давайте использовать то, что у нас есть с собой. Блин, а я сумку только для красоты взяла. У меня ничего в ней нет. Знаешь, а у меня есть идея. Снимай-ка свой свитер и платок с головы. Аня, я даже боюсь представить, что ты будешь делать. Ну и что дальше? Смотри, учись. Ева, встань-ка на секундочку. Завяжем твой платочек сзади, чтобы очень хорошо держался. А мне нравится. Ну а теперь можно и на вечеринку. Не так быстро. Нам еще нужно пройти фейс-контроль. Софи, а что в твоей сумке? Да, почти ничего. Моника просила на завтра мелки купить. Софи, так это же просто бомба! Что ты со мной собираешься сделать? А ты когда-нибудь хотела себе цветные волосы? Макс, девочки точно придут. Да не парься, признаешься в любви в другой раз. Макс, а если другого раза не будет? Я просто в шоке. Софи, да ты настоящая бунтарка. Мне кажется, меня мама прибьет. Мы об этом подумаем позже. Девочки, а что мне делать? Мои рыжие волосы мелками не закрасишь. Аня, а что в твоей сумке? Духи, блокнот и маркер. Думаю, мне это никак не поможет. Может, стрелки маркером навести? Знаешь, у меня есть идея получше. Аня, что насчет татуировки? Настоящей? Мама меня домой не пустит. Да успокойтесь вы, все намного проще. И как ты это собираешься превратить в татушку? Дай ко мне духи. Ждем 2 минуты и готово. Класс, я хочу еще. Можно? Легко. Да, вечеринка удалась.
Но теперь кто из нас бунтарка? Да, девочки, Дань теперь в меня точно влюбится. А эта татушка и может помочь признаться Даниэль в любви. Точняк, покажу ему тату, и все слова будут лишними. Так, все, идем к этому злющему охраннику. Эй, мистер Секьюр! Секьюрити! Ну, секьюрити, какая вообще разница? Так ты нас пропустишь или нет? Конечно, дамы, прошу. Да? Это ты, значит, нас так ждешь? Что? Девочки, привет! Вы пришли? А ты, походу, нас не ждал, да? Я не ждал? Вы чего? Да я даже готовился! Макс, давай! Три, два, один! Вау! Вау! Девочки, а может потанцуем? Ой, я обожаю танцевать. Тогда сделаем нам танцпол. Сейчас ему в танце во всем признаюсь. Девочки, девочки! Сейчас я в танце ему во всем признаюсь. Макс, сейчас я покажу ей тату с ее именем, и она точно все поймет. Удачи, друг. Ева, потанцуем? Давай. Вот я дурочка, придумала что-то, а теперь сижу одна. Ева, а ты любишь готовить? Ну да, салатики всякие. Да, салатиками я не надеемся. Что? Говорю, перекусить надо будет после танца. Дан, знаешь что? Я хотела тебе кое-что показать. Ого! Дан, тебе нравится? Это очень неожиданно. Я знала, что тебе понравится. Знаешь, ты бы тоже мог набить себе татуировку с моим именем вот здесь. Что? Ты любишь Софи?